Всем привет! И сегодня у нас в рубрике «Зацени» игра под названием Gotham City. Данная игра представляет из себя шутер, где нам предстоит играть за присмешников Бэтмена или Джокера, в зависимости от команды, которую мы выберем. Видим, есть тут локации различные, модификации, где надо сражаться. Ну, я выберу обычный дедматч, и мы просто зацепимся к нему и заценим вообще, какой тут геймплей. Пока все по отрисовке так интересно и красиво, да и сама задумка там поиграть за Джокеров или за таких Бэтменов. Это прикольная тема. Грузится у меня карточка. Ну что, давай уже беги. Беги, Джокер, беги. Я так понимаю, это Джокер впереди бежит. Впереди паровоза. And valor and just heroism. Я так понимаю, я играю, короче, за Бэтмена. За друзей Бэтмена. И здоровый. Блин, сенса у мышки тут. Тут даже есть девушка. Что она делает? Где противник, не могу понять. Ребята, выходите. Краб. Ну, уже кого-то пристрелили, а я тут хожу. Выиграли. Лучший результат у этого типа, здорово. Этот в труселях стоит. Походу тут можно как-то своего персонажа переодевать. Окей. Понятно, бонусов у меня явно нет, даже никого не стрельну. Так, понятно, понятно. Ждем мы игроков 30 секунд. Ну, сейчас еще раз попробую законнектиться, пострелять. Да.
Вон типа 300 же левел вообще. Жир. Ну я за крутого буду играть. Так, мы за Бэтмена. Ну, давай, давай, ребята. Go connect. When the fat man's away, the fats will play. And we play for kings, am I right, guys? Hurrah! Так, help и опции. Сеттинг. Блин, ну у меня тут а им что, ну ноль будет стоять, что за бред. Завалили. А я убил того типа или нет? Нет, не убил. Прикиньте. А, это походу. And you thought you had me, ha! Что он тут мне такое сделал? Все-таки двоих тех завалил. Так, где противник? Где противник? Заруба у нас, походу, на другой стороне. Опа, опа. Будешь умирать? Походу убить. Где все веселье? Завалил он. Помочь, друг. Он мертв. Там мы где-то на крыше, вот они. Away! Уху. У нас тут только три противника.
no ammo? What villainy is this? Salt and pepper on the wound. Приконнектились людишки. Где ты же был здесь? Ну, как-то так. Как-то так, ребята, вот такая вот пушка. У меня такая вот игрушка. У меня. Бэтмена тут. Команда Бэтмена посильнее. Ну что, ладно, вот такая вот игруха в Steam, она бесплатна. Кому понравилось, скачивайте. Фанатам, думаю, Бэтмена и Джокера будет интересно в нее поиграть. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч.